Я почувствовала резкую боль, стала метаться, пыталась себе помочь, позвонила мужу, просила помощи. Но он скорее приехал, вызвал скорую помощь, меня увезли сюда. В июле жизнь Ксении Андреяновой и ее семьи разделилась на до и после. У нее случился геморрагический инсульт. Молодая мама троих детей, младшему еще нет и года, впала в предкоматозное состояние. Ее дважды оперировали в краевой больнице имени Владимирцева. Вы знаете, меня очень быстро поставили на ноги. Это бесспорно. Заслуга специалистов грамотная. Ну, просто сработали идеально. Я говорю, я вспомнила письмо Татьяны к Онегину полностью. Врачи подчеркивают, быстро восстановиться после инсульта пациентам помогает общее состояние организма, а также программа искусственного интеллекта и модернизация оборудования. В рамках нацпроекта здравоохранения за несколько лет здесь, например, установили новый магнитно-резонансный томограф. Используем и искусственный интеллект, который оценивает очаги ишемические. Мы получили ангиографическую установку, на которой, собственно, и оперируются пациенты с ишемическим инсультом. Летальность от хирургической патологии сосудистой после старта нацпроекта упала в два раза. Программу искусственного интеллекта больницы имени Владимирцева предоставил несколько лет назад Сбербанк. Она не заменяет врача-рентгенолога, но позволяет ему быстрее увидеть область поражения мозга и принять решение о лечении пациента. Мы видим, что он нам оконтуривает подозрительные, по его мнению, области. И, собственно говоря, наше внимание все будет сконцентрировано в первую очередь на вот эту зону. Здесь уже имеются признаки инсульта ишемического, как прямые, так и косвенные. Например, один из косвенных признаков – это уплотнение средней мозговой артерии, видите, она такая в виде яркой белой точки. Сэкономленные 10-15 секунд на каждом снимке складываются в минуты, затем в часы. В итоге компьютерные технологии помогают врачам помочь большему количеству пациентов и уменьшить инвалидность среди тех жителей Хабаровского края, кто перенес инсульт. Наталья Чернышова, Ольга Власова. Смотри, Хабаровск.